В наших выпусках мы не раз касались темы благоустройства столицы Верхневолжья. Красивые, чистые набережные, ухоженные парки и скверы украшают любой город, а его жителям дают возможность отлично провести время на свежем воздухе. В Твери продолжается голосование по проекту благоустройства территории и формирования комфортной городской среды. Какую хотят видеть горожане областную столицу, выяснила наш корреспондент. Сейчас лидером народного голосования в Твери является Трехсвятская. Это не только центральная пешеходная улица с самой большой проходимостью, но и лицо города, которое формирует образ Твери у гостей. Какой бы хотели видеть Тверской Арбат жители областной столицы, выяснила наша съемочная группа. Лавочек больше реально поставить, чтобы люди могли сидеть, потому что тут обычно в какие-то праздники всегда больше, очень много народа, им бы не помешало лавочки. Плитку, наверное, новую хотелось бы, потому что это уже старый, так как не очень хорошо смотрится. И ходить неудобно. Ну, асфальт поровнее, наверное, а так все красиво всегда. Кроме улицы Трехсвязской, среди территорий для благоустройства на голосование представлен перечень из 18 общественных зон Твери. Все объекты размещены на единой платформе za.городская-среда.ру. Как показал наш опрос, многие жители Твери хотят, чтобы в городе появилось больше скверов и различных зон отдыха. Может быть, скверов, может быть, и надо действительно побольше. И те, которые уже есть, чтобы они были в надлежащем состоянии. Чтобы побольше зелени было, хотелось бы деревьев. Ну и чтобы почище было на улицах. Скверы бы, наверное, какие-то хотелось бы новые. Ой, ну, все нормально. Ну вот набережные стали делать красивым. То есть хотелось бы, чтобы весь город был такой. С красивыми набережными, парками, скверами, с лавочками, с чистыми. Напомним, что голосование на сайте проходит до 30 мая. Территория, за которую жители отдадут большинство голосов, будет благоустроена уже в следующем году. А какая именно, зависит от неравнодушных и активных горожан.